сегодняшний день 50. Сегодня вы можете видеть первые 17 портретов. Думаю, что в ближайшее время все наши почетные граждане будут представлены здесь. Это очень уважаемые, почетные люди. И мне кажется, очень правильно, что такая галерея появляется в стенах правительства Тульской области, чтобы все посетители имели возможность посмотреть на тех людей, которые были удостоены самого высокого звания Тульской области, стать почетным гражданином. Поэтому очень хорошая традиция. Я думаю, в ближайшее время она будет реализована. Все, давайте. Открытие галереи почетных граждан Тульской области проводит губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев и председатель правительства Тульской области Юрий Михайлович Андрианов. Thank you.